Режим чрезвычайной ситуации по уборке снега позволил привести в порядок почти 140 дорог частного сектора в Пашино. В поселке сейчас усиленно расчищают проезды и решетки ливневок, чтобы не допустить подтопления домов во время таяния сугробов. Сколько машин вывезли на улицы сегодня, узнал Александр Сульдин. Уборка в чрезвычайном режиме. На улице Пашино вывели технику завода «Искра». Снег и лед сгребают 5 тракторов. У предприятия большая территория и свой внушительный парк техники. Когда есть возможность, машины выходят на улицы по заявкам администрации. Завод наш является, по сути, градообразующим для поселка Пашино. Поэтому мы помогали, помогаем и всегда будем помогать. Даем вышки для этого, сбивания сосулек, трактора, грузовую технику для вывоза снега. То есть как бы здесь живут наши рабочие, дети работников, ветераны, поэтому мы никогда не отказывали. Главная задача — избежать подтопления домов и дорог, когда снег начнет активно таять. Дорога достаточно узкая, но чистят ее основательно до асфальта и даже немного глубже. Это место стратегическое для Пашино. Здесь начинается ливневый коллектор 2-километровый. В него собирается вода со всей улицы Новоуральска и дальше по 2-километровой подземной коммуникации уходит за территорию поселка. Если эта решетка останется забитой, здесь будет огромная лужа, которая продержится довольно долго. Снеготвалы почти полностью заняты, а на улице опять метель. Зима выдалась сложной для дорожников. В конце января ввели режим чрезвычайной ситуации. Он и сейчас действует. Это позволило вывести дополнительную технику. Режим ЧС позволил нам дополнительно привлечь более 7 единиц техники, в результате чего была обеспечена очистка в основном дорог частного сектора. 138 дорог частного сектора мы очистили и вывезли с узких мест 3500 метров кубических снега. Снег убирают по всему городу. Прошедшей ночью работали 3 сотни спецмашин. Сегодня расчищали участки улицы Ипподромская, Железнодорожная, Жуковского, Кашурникова. Полный список опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Александр Сульдин, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.